28 марта 1942 года Тульская областная газета «Коммунар» писала: «Трудящиеся Тульского оружейного завода обратились к рабочим предприятиям Тулы и области с призывом включиться в предмайское соцсоревнование и дали обязательство выполнить мартовскую программу к 28 числу. Свое слово оружейники сдержали. Программа марта была выполнена». Также в газете сообщалось, что на заводе выросло число стахановцев. Стахановки Масленникова и Чевычалина выполняют норму на 200-250%. До победы оставалось 1138 дней.